Приветствую вас. Вы пишете, я живу с двумя братьями, они между собой. Один из них мой молодой человек. Я не понимаю, как себя вести и как проявлять заботу по отношению ко второму. Мы с ним очень близки, как родственники. В последнее время этот сын перестал обращать на меня внимание, а что сделать, не знаю. Ну, вы знаете, во-первых, надо здесь очень много всего прояснить. Во-первых, то, что вы живете с двумя братьями, нужно убедиться, что между братьями нет соперничества за вас. Второе, нужно определить природу вашей ответственности за второго брата. То есть, как бы, окей, вы можете общаться как родственники, но, извините, почему вы должны о нем заботиться? Вот. А почему вы должны проявлять ему внимание, если вы живете именно со своим молодым человеком? То есть, ну, второго брата надо просто сделать как своего друга и все. Вот. То есть, меньше эмпатии, меньше сострадания, больше такого поверхностного общения, ну, и так далее. Вот, в последнее время я совсем перестал обращать на него внимание, а что сделать, я не знаю. Ну, опять же, здесь, как бы, очень много зависит от того, вообще, что вы хотите. То есть, если вы считаете, что должны уделять внимание брату, да, вот, то, ну, если вы считаете, значит, вы на что-то опираетесь сами. И коль вы на что-то опираетесь сами, ну, так вот, и нужно просто определить, на что вы опираетесь, и как это реализовать. Вот. То есть, например, там, баловать как-то, да, и что-то очень личное делать, ну, не только для своего молодого человека, а элементарно там что-то с чем-то помочь, там, что-то сделать, приготовить, это можно и для брата. То есть, такая вот история. То есть, мне больше кажется, проблема не то, чтобы заботиться о брате молодого человека, а о том, чтобы различать, что вы делаете для молодого человека, а что делаете для брата, чтобы это не пересекалось. Вот, но для меня, конечно, интересно то, что вы с братом молодого человека общаетесь как родственники, то что вы это вкладываете. Но вот вообще, исходя именно из того, какое между вами общение, и нужно предпринимать какие-то действия, вот, я думаю так. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что вы подумаете над теми вещами, которые я озвучил. Если не сможете разобраться сами, обратитесь за помощью. Всего вам самого доброго.